Фирма игрушки из дерева. Игра «Поймай рыбку». Очень интересная игра. Мне нравится здесь то, что все рыбки, они выглядят очень натурально. И у каждой рыбки есть свое место. Всего здесь 10 рыбок разной формы. Две или одну мы уже немножко растеряли, поэтому у нас 9. И две удочки с достаточно крепкими магнитами. Эта игра немного сложнее большинства рыбалок тем, что у рыбок крепление железное вот на носике, на вертикальной стенке сбоку. Для того, чтобы попасть на носик, нужно очень-очень постараться. Ну и вот так примерно рыбка вылавливается. Нужно попасть ей именно на носик, чтобы ее выловить. Затем ее можно отцепить и ловить рыбку дальше. Все рыбки такие натуральные, как будто действительно взяты из природы.